В турецкой провинции Мерсин пожар уничтожил 25 гектаров леса. Возгорание в зеленом массиве началось еще в воскресенье. Справиться с огнем удалось спустя 12 часов. В тушении участвовали 200 пожарных. Была задействована даже авиация. Сейчас жителям сел, расположенных неподалеку, которых ранее эвакуировали, разрешили вернуться в свои дома. Причина пожара пока не установлена. Пожар начался рано утром. В срочном порядке в борьбе с огнем были задействованы 4 вертолета, 2 самолета и 45 пожарных машин. Тушению пожара мешал ветер, который не прекращался до обеда. Когда он утих, пожарным удалось обуздать огонь.